Казахстан. Иногда думаешь, почему этот инженер сделал такую глупую ошибку? А он просто пытался оптимизировать то, что вообще не должно существовать. Не нужно оптимизировать то, что не должно существовать. Людей этому учат в университете, и они не могут отказать профессору. Тебе еще экзамены сдавать и отвечать на вопросы. Иначе профессор может разозлиться и поставить тебе плохую оценку. Так что ты всегда просто будешь отвечать на вопрос. А на самом деле иногда ты должен сказать: «Это неправильный вопрос». Более того, вопрос в какой-то степени абсолютно точно неправильный. Вопрос только насколько. Я думаю, что всегда следует считать ваш дизайн отчасти неправильным. И, вероятно, даже гораздо более неправильным, чем вы думаете. Ваша цель — сделать его менее неправильным.